следующая остановка будет Джексонвилле, Флорида. Ни разу мы здесь не были, никак не доезжали сюда. Решили, что пора. Как обычно, если не туда заедешь, значит все, ты уже едешь непонятно вообще куда. Поэтому внимательно. Мама! Все мосты не проходишь, да? Все мосты, да, пока не посмотришь. Папа, уже все деле, не успокоишься. Короче, мы случайно не туда съехали. Завтра день независимости, потом многие уехали, мы как обычно. Мы как все, на праздники. Нормально. Все уехали, мы приехали. Все уехали, мы приехали, да, точно. Потому людей еще мало на дорогах, вообще машин практически нет. Мы думаем, что такое, куда мы едем, может мы не туда куда-то едем. Да? Нет, там полиция. О, какой красивый. Самый какой-то собор или что это, church. Красивый. Такой даунтаун, симпатичный, машин сейчас мало, ну такой среднестатистический американский, да, ну симпатично, приятно, просторно, много паркинга, вот это все паркинг с правой стороны, вот слева, то есть говорит о том, что машин здесь очень много, паркинги очень много, да, слушай, давай хоть на мост не едь, обалдеть. Вот сколько паркингов много. Мы сделали остановочку возле такого красивого. Ау, Белюсик. Самое интересное, что мы поехали в путешествие с нашей собачкой. Да, собачка? Ай, 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 ай. Да, 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 да. Любовь, любовь. Любовь-морковь. Так что американцы очень любят домашних животных, собачек, кошечек и прочее. Вот и посмотрим в этот раз, как путешествовать с мелкими такими. Ой, извините, пожалуйста. Ой, красиво. Смотри, как отсюда красиво, да? Это легко могу бассейн сделать. А, красивый какой, подсвечивается. Ты знаешь, на Фейсбуке видел то, что все плавится. Здесь оно специально сделано или что? Я думаю, что оно со временем расплавилось. Может быть, недельку назад забрали. Знаешь, как ты фото показываешь? Очень-очень beautiful. Прямо beautiful при beautiful. Мы вообще одни, мы как обычно. Вообще людей нет, да, Мась? Вообще как будто... Что происходит? Хорошо, но странно. За фигня очистить. Где-где? Он поднимается уже. А, я не знаю. Страшно, у нас там сайт. Да, страшно. Хорошо. Вау, киты. Написано, что здесь киты есть. Manatee — это эти. Как они? Господи, забыла. Короче, здесь киты есть, прикольно. Потом они говорят, что должен делать и как они выглядят, чтобы именно понять. Вот именно они. Они здоровые. Они здоровые. Тут какое-то кафе, но, судя по всему, они, наверное, открываются вечером, как многие кафе у нас. Только на Новый год. Спокойно, спокойно. Только одним им. Нет, он что-то работает. В Одессе было бы сейчас бы каждый стульчик забит. Ну, не говорю. У нас, наоборот, чем праздничнее, тем, наоборот, люди больше гуляют. А тут все разъезжаются. Ну, машин на дорогах много, потому что кто куда едет? Много. Зачем больше, чем лодка? Кто-кто? А, ребята? Ага. Смотрится, да, больше, чем их лодка.